Всем привет, любители стальных баталий! С вами, как всегда, Смолдер. Сегодня я вам расскажу о единственном премиумном ОБТ 7 уровня. И это Меркава Марк 2Б. Когда эту машину только-только ввели в нашу игру, она не понравилась почти всем, кто как-либо обратил на нее свое внимание. Причин этому довольно много. Самое низкое пробитие на уровне, самый низкий альфа-урон. При этом машина пробивалась абсолютно любым одноклассником в свой здоровый НЛД. Но даже с этим можно было бы жить за счет комфортного и очень точного орудия, которое, на мой взгляд, например, является самым точным на 7 уровне. Если бы не одно «но», это динамика машины. В стоковом состоянии у Меркавы разгон с 0 до 32 происходит почти за 6,3 секунды. Для сравнения, танк Challenger 1, который считался до ввода Меркавы самым медленным на 7 уровне, делает это же за 5,8 секунды. И в результате всего этого вы получали танк, который можно было реализовывать либо крайне аккуратной игрой, либо игрой с дальних дистанций. Но при этом всем игру с дальней дистанции нельзя было воспринимать как роль этого танка в игре. По той простой причине, что мы не могли часто и быстро менять позиции из-за своей динамики, а именно это является ключевым в настреле с дальней дистанции. Но спустя некоторое время разработчики решили, что машина слишком слабая для 7 уровня, и подняли ей ряд характеристик. Давайте же разберемся, какими плюсами и минусами обладает эта машина сейчас. Начнем, пожалуй, с плюсов. Самый главный из них, на мой взгляд, это определенно орудие нашей машины. 2 или 3 сотых точности со сведением 1,8 или 1,9 в зависимости от оборудования, которое вы поставите на эту машину. Лично на мой взгляд, такая точность на 7 уровне даже является избыточной. Этого более чем достаточно, чтобы пробить любой танк вашего соперника. Также немаловажным фактором является время перезарядки нашего орудия. На 4 уровне экипажа оно составляет 5,73 секунды. И если я ничего не путаю, это топовый показатель среди всех ОБТ 7 уровня. Также довольно серьезно была переработана броня нашей машины. Теперь для Т-80 или типа мы являемся все тем же мясом. Но вот у Челленджера, Леопарда или Абрамса уже возникают довольно серьезные проблемы с пробитием Меркавы. Им придется стараться выцеливать люк механика-водителя, днище, либо просто наши бронелисты под невыгодными углами. Из незначительных плюсов также можно добавить количество ХП. По этому параметру мы стоим на 2-м месте после Челленджера. И составляет он у нас 2600 очков прочности в топовой комплектации. Ну и наконец, стоит отметить достойную скорость вращения нашей башни. По этому параметру мы стоим в одном ряду с Т-80 и Леопардом 2. По недостаткам, по крайней мере частично, у машины все те же болячки. Во-первых, это все тот же самый низкий альфа-урон. И, конечно же, никуда от нас не делась та самая динамика машины. Для того, чтобы на Меркаве хорошо играть в рандоме, нужно помнить несколько вещей. Для начала вы должны понимать, что танком типа Челленджера, Леопарда или Абрамса довольно сложно вас пробить. Это ваши ключевые соперники. Вам нужно стараться играть именно против этих машин, потому как против них ваша броня еще что-то решает. Если же случилось так, что против вас выезжает Т-80, вам нужно срочно прятать свой огромный НЛД. Сделать это можно, либо спрятав корпус танка за каким-то препятствием, либо складкой местности, ну или на худой конец встать ромбом от угла. Только ромб должен быть не таким, как вы привыкли в других танковых играх, а под очень тупым углом. То есть, угол доворота вашего танка относительно танка противника должен быть очень маленьким. Но при этом спасет вас это только в том случае, если вы не собираетесь стрелять по своему противнику, потому что как только вы попытаетесь с него выстрелить, вам придется либо откатиться чуть назад, либо довернуть чуть больше, и вы сразу же получите законную плюху. Разница будет только в том, куда она прилетит, или в борт, или в НЛД. Вторая вещь, которую вы должны помнить, если у вас в ангаре есть Меркава, это то, что этому танку совершенно точно противопоказано стоять относительно противника под каким-нибудь углом. И я сейчас имею в виду именно не горизонтальный угол, а вертикальный. То есть вам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ваш огромный НЛД, который и так находится почти под прямым углом к противнику, находился под прямым углом к нему.
Такое может произойти, если вы играете от какого-либо холмика и противник внезапно на вас выезжает, либо если вы откатываетесь назад и падаете в какую-нибудь яму. И разумеется, нельзя допускать того, чтобы ваша верхняя лобовая деталь задиралась кверху. Если проще, то нельзя сдавать задом так, чтобы задняя часть вашей машины оказывалась выше передней. В общем, если вы сдавали задним ходом и задрали заднюю часть своего танка кверху, то считайте, верхнюю лобовую деталь вы тут же словите пробитие. В плане модулей, командиров и оборудования на эту машину все довольно просто. Из командиров вам стоит выбрать либо Оксану Руденко, либо Мирамона, в зависимости от того, что вы точно хотите на машине, скорость сведения или точность. Наводчику уже по стандарту ставим перки без промаха и со скоростью света. Механику-водителю для улучшения динамики вашей машины я советую поставить изди-ход и танковый дрифт. Это хоть чуть-чуть, хоть немножко, но все же поднимет динамику машины. И, разумеется, заряжающему пыл сражения и неистовство. По оборудованию, на мой взгляд, есть два варианта, которые можно использовать на этой машине. Первый – это канал ствола, затвор и усиленное боевое отделение. При этом варианте ваше время сведения будет чуть дольше, но ваша точность будет составлять примерно 0,02. Либо второй вариант, которым пользуюсь я. Система связи, затвор и все то же усиленное боевое отделение. При этой сборке точность будет чуть хуже, но зато будет лучше время сведения. И лично на мой взгляд, на 7 уровне не имеет особой разницы, точность у вас 0,02 или 3. Все равно этой точности более чем хватает для игры на этом уровне. Если подвести краткий итог по Меркаве, то мне машина определенно нравится. Хоть эта машина довольно слоупочная и специфичная, все-таки на ней играть довольно приятно. Эта машина, в принципе, подошла бы тем людям, у которых вообще нету премиумных танков, и единственной задачей премов у них в ангаре был бы чистый фарм, несмотря на многие неудобства и недостатки этих самых машин. Ну а для тех людей, которые уже давно не являются новичками, и которым интересен сам геймплей, я бы посоветовал выбрать что-нибудь другое, например, М1134. Ну а на этом по Меркаве у меня на сегодня все. С вами, как всегда, был Смолдер. Всем удачи и до скорых встреч.